Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». І, як завжди, по понеділках наша програма присвячена літературному життю Миколаєву літературному. І сьогодні у нас в студії шановний гість Юрій Любаров, краєзнавець, редактор, керівник проєкту «Віртуальний музей Миколаєва». Доброго дня, пане Юрію! Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня! Одразу ж хочу сказати, що привід для нашої зустрічі надзвичайний. У Миколаєві було видано репринт унікальної книги «Миколаїв. Останній фортпост німецького флоту». І про те, як же відбувався збір інформації, про те, як вдалося видати цей унікальний, розробити репринт цього унікального видання, ми поговоримо із нашим гостем. Але на початку програми я пропоную вам переглянути відеоматеріал з презентації цієї книги. Будинок, де розташовується вже багато років палац урочистих подій, один з найстаріших в Миколаєві. Тому для проведення презентації книги німецького офіцера Вальтера Феста про перебування кайзерівської армії у Миколаєві у 1919 році був обраний не випадково, розповів гостям презентації краєзнавець і ініціатор передруку цієї монографії Юрій Любаров. Він повідав майже детективну історію про те, як книга потрапила до нього. Я ее увидел сначала на аукционе, потом ее перекупили за большие деньги, кто-то в Америку ее увез. Потом она вернулась опять в Европу. Но экземпляр-то не один. Вот. Но второй экземпляр абсолютно случайно приехал в Николаев, и мне его подарили. Тоді було вирішено перекласти російською мовою. Юрій Любаров звернувся по допомогу до народних депутатів Олександра Жолобецького та Бориса Козиря. Вони справу підтримали. Ця книга розповідає про життя простих людей. Про жизнь солдата. И нам это важно знать. Эта книга нужна и нам, и нашим потомкам. Ця книга вперше була видана німецькою мовою в 1919 році. Її автор – керівник прес-служби німецьких окупаційних військ у Миколаєві Вальтер Фест. Унікальність мемуарів полягає в тому, що автор не виклав власної думки, а з німецькою педантичністю описав хронологію подій середини листопада 1918 по березень 1919 років. Крім того, в книзі вміщено рідкісні фотоматеріали, мапи, а також малюнки німецьких солдат. Для істориків це неоцінене перше джерело інформації. Якщо говорити про події громадянської війни, революції, звісно, в Україні, в Миколаєві, то істочників інформації надзвичайно мало. Тоталітарний строй зробив все для того, щоб закрити ці сторінки для нас. З появою в міських бібліотеках цих мемуарів миколаївців привітали поважні гості. Мне очень приятно присутствовать на таком мероприятии, мне очень приятно получить в подарок эту книгу. Уверен, что мой уровень IQ, как николаевца, поднимется еще на пару баллов с прочтением этой книги. Крайне необходимо всячески популяризировать нашу историю. Наша история богата, но при этом все мы знаем, что в течение 70 лет зачастую история всегда передергивалась, ею манипулировали. Книга видана на підприємстві «Літопис». Наклад невеликий – 300 примірників. Однак всі бажаючі зможуть прочитати її в мережі інтернет. Отже, ми переконалися, що чимало поважних гостей відвідали презентацію, і це дійсно говорить нам про те, наскільки це знакова подія. Але повернемося до самого початку. Ви побачили на інтернет-аукціоні цю книгу. Сталося так, що придбати її одразу ж не змогли. І як далі розгорталися події? Яким чином вона до вас все ж таки потрапила? Хоч і інший примірник, але та ж монографія. Да, это книга вторая, которую я увидел, второй экземпляр книги. Первая действительно там исчезла, тут же ее там купили, она исчезла. Дело в том, что я понял из обложки только слово «Николаев». Поскольку немецкого языка не знаю, понял, что это книга о Николаеве. Потом мне перевели, что это последний форпост немецких войск на Черном море. Но я даже не знал, о какой оккупации идет речь. То есть было понятно, что это немецкое присутствие в Николаеве. Оно было дважды, оно было в 18-19 году. То есть это Первая световая война никак не фигурировала? Нет, в обложке никак непонятно было. То есть шрифт такой готический, он мог быть и Первая, и Вторая мировая война. Но я сразу
во-первых, я кинулся в Николаевские библиотеки, архивы, музеи, спросить, есть ли такая книга, что там это. Все сказали, что мы не знаем о такой книге, никогда ее не видели, даже не знаем, что там написано. Поэтому стало еще более интересно. И я написал там всем своим знакомым и друзьям, которые проживают в Европе, что вот, ну вот, вот такая вот беда, вот эта книга где-то есть исчезла. Есть там, а нет здесь. Нет, я даже не писал к тому, что поищите ее, найдите, я даже этого не говорил. Написал, что вот, вот где-то убежала такая книга. И буквально через 2 года приехал ко мне мой знакомый и говорит, вот я был в антикварной лавке, увидел книжку с надписью «Николаев», знаю, что ты интересуешься историей, может, тебе это будет интересно. И привез мне эту книгу в подарок. Когда я ее открыл, я действительно понял, что в этой книге бесценная информация, в плане того, что, во-первых, эта информация, ну, в принципе, в сюжете все было рассказано на самом деле. Что эта информация изложена скрупулезно, документально, без, не то что без всяких политических оценок, а даже без какой-то истории автора. Обычно, что такое мы мемуары, да? Это вот, когда пишет, я участвовал, я там, особенно военные мемуары, там, под моим руководством, это, там этого нет в принципе. Там описание событий, пришли в Николаев, как вошли, что происходило, какая была политическая жизнь в городе, что в городе работало, музеи, фабрики, заводы, театры, как происходил контакт с местными властями, восстание 20-х числах марта, которое буквально через неделю после входа войск произошло, вот это вот там... Дальше события, там, закрытие газет, открытие газет, введение комендантского часа, отмена комендантского часа. Потом большое, очень много описаний того, как немецкие войска встречали тех, кто пытался захватить Николаев. Потому что ведь на самом деле, если я не профессиональный историк, и не могу об этом говорить достаточно глубоко и с какими-то подробностями, но мы прекрасно знаем, что немецкие войска пришли в Николаев не просто так. То есть это была не та оккупация в том смысле, что Германия оккупировала Украину и в том числе Николаев. Они были здесь по приглашению Украинской Народной Республики, правительства ОНР после Брестского мира. ОНР в попытках построить независимое украинское государство пригласила сюда как бы вооруженные силы для защиты территории, для защиты территории от большевиков. То есть на самом деле как бы проблема именно была вот в этом вот большевистской волне, которая катилась тогда вот по территории развалившейся Российской империи. И вот именно с этой целью они сюда и вошли. И с этой целью они восстановили городскую думу, которая здесь после февральской революции, после октябрьской была вот смена городских голов, смена городского руководства. Их задачей было обеспечить спокойную жизнь в городе и не пустить сюда никого. А в этот город как минимум 3 входил один и тот же атаман Григорьев, руководитель достаточно большой армии, сам профессиональный офицер, участник Первой мировой войны. Он входил в город Николаев 3, пытаясь его захватить, и каждый раз под разными знаменами. Он ходил по знаменам, сначала по знаменам Петлюры, он ходил под своими собственными знаменами, он вошел потом под знаменами большевиков. Поэтому как бы в течение 1 года он 3 пытался захватывать Николаев. И вот это вот просто все скрупулезно описано. Переговоры с Григорьевым, какие-то перестрелки, потом он уходит, потом он опять возвращается, потом еще наступают какие-то проблемы у немецких войск, у города. Потом, в конце концов, в Германии разворачивается своя революция, и Антанта, войска Антанты, французы, англичане, которые входят уже сюда на территорию Черного моря, в Одесса, Николаев, Херсон, они уже приходят сюда для того, чтобы выдавить уже немецких интервентов с этой территории. И потом в течение 1/2 года эти немецкие войска никак не могут уйти, потому что им отрезали сухопутный путь, им отрезан морской путь, и вот поэтому книга называется «Последний форпост на Черном море». Книга, по сути, будет интересна и тем, кто интересуется историей края, и тем, кто интересуется мировой историей, истории и тем, кто войны, интересуется военным делом. Конечно, конечно. Гражданская война. Очень широкий круг читателей, в принципе. У этой книги очень широкий круг читателей, и она интересна всем. Она интересна и простым, будем говорить так, людям, просто интересующимся историей, и профессионалам, потому что там есть те факты, которые никогда ранее не публиковались нигде. Потому что в течение года здесь не было никаких других
ну, как бы там, людей, которые могли записывать все это. То есть это не документировалось? Не документировалось. Образом. А с их стороны это просто все документировалось, и таким образом все это подшивалось, причем подшилось, и все это записалось достаточно быстро, потому что в марте 19 года немецкие войска отсюда уходят морским путем, потом они прибывают еще в лагерях для интернированных, потом они возвращаются в Германию, то есть это еще какое-то время, и в 19 же году эта книга уже издана. Напечатано. На деньги, которые собраны солдат и офицеров, которые были здесь. Эта книга на память. Тоже очень интересный момент, да, о том, как она издавалась в 19-м году. Это сувенир. На самом деле, как в предисловии этот пресс-секретарь пишет, что эта книга издана для всех нас, на наши общие деньги, для того, чтобы мы помнили, как мы провели этот год. Вот, в принципе, вот это главная была цель этой книги. Не какая-то политическая или какая-то, там, может быть, военная мемуаристика, а в прямом смысле слова сувенир. Поэтому там много фотографий, которые были сделаны одним из офицеров, рисунков, зарисовок каких-то с натуры, там николаевские дома, николаевские типажи. То есть мы можем погрузиться полностью в жизнь Николаева 18-19 года. И если, ну, как бы половина фотографий были известны, ну, как бы краеведам, любителям истории, то половина фотографий рисунков... Вот мы видели памятник Грейгу, да, это известно. Это известно, да, это известная фотография. Хорошо знакомая каждому, кто интересуется историей. Да. А есть там, допустим, фотографии утро после вот этого большевистского восстания, да, лежащие трупы на улицах Советской, солдаты, какие-то там броневички возле гостиницы лондонской, где находился штаб немецких войск. Эти фотографии, ну, здесь, во всяком случае, публикуются впервые. За последние 100 лет. Ну, безусловно, это огромная ценность. Это очень интересно. В первую очередь, конечно, для историков, краеведов, преподавателей. Поэтому возникает вопрос, как много экземпляров удалось издать сейчас? Насколько доступна будет эта книга для прочтения? Ну, мы вот при финансовой поддержке и при редакционной поддержке троих человек, вот Бориса Козыря, Александра Желобецкого и Вячеслава Лаченко, николаевского предпринимателя и тоже любителя истории, еще в редакционном совете Анатолий Пацюк и я. Вот нас 5 человек в редакционном совете. Мы приняли решение издать всего 300 экземпляров. На самом деле это не так много, но это и не мало. Потому что по опыту в городе Николаеве как раз вот и есть 300 человек, которые внимательно интересуются историей и хотят держать книгу в бумажном виде. Почему так немного? Потому что эта книга роздана, практически уже вся сегодня роздана музеям, библиотекам, архиву, преподавателям истории, краеведам. А просто вот таким образом, то есть любой читатель сможет познакомиться с ней в электронном виде. То есть она будет абсолютно бесплатно выложена в таком же формате, с картинками, со всеми фотографиями. Будет или уже выложена? Будет. Ну, для того, чтобы ее превратить в электронный вид для электронной книжки, нужно немножечко еще время, и сейчас над этим ребята работают, и на сайте виртуального музея она будет доступна для скачивания в любой момент, ее можно будет использовать, там, на основании ее писать там, свои работы, и, ну, там, фотографии эти перепощивать, использовать в рефератах, в дипломных работах. То есть для того, что это достояние не редакционного совета, не виртуального музея, это достояние прежде всего жителей города Николаева, потому что там находится бесценная информация о нашей истории, и мы должны ее знать, какая бы она ни была. Если она даже сегодня переворачивает наше понимание с ног на голову, или там с головы на ноги, да, там как угодно. Мы должны это знать. Мы должны знать, мы знаем одну точку зрения, мы должны знать вторую точку зрения, и мы должны, как бы совмещая все это, как в матрице, ну, хоть какую-то более-менее реальность картинку для себя составить. Да. Юрий, скажите, а не было каких-то спорных у вас, может быть, моментов с историками, которые могли бы оспаривать необходимость такой книги, чтобы не ворошить вот это все, не показывать? Не было таких моментов каких-то? Ну, честно вам скажу, как это... Не было ли противников издания, скажем? Скажу честно, во-первых, мы никого не спрашивали. Мы никого не спрашивали, можно ли нам или... Ну, то есть время, к счастью, нам позволяет делать то, что мы считаем, что каждый нас считает нужным. Это раз. Второе, вот даже после... Ни один профессиональный историк и человек, который увлекается историей, не может сказать, что не надо что-то издавать это. Потому что любая информация есть бесценна, и она... ложиться в какую-то общую картину. Можно с ней соглашаться, не соглашаться, но это же не с редакционным советом. Мы не поменяли там ни единой буквы, ни единой фотографии. Вот таким образом, так называемое, даже не просто репринтное, а факсимильное издание. То есть один к одному, даже обложка на 99% соответствует, просто она переведенная. И в книге все то же самое.
до единой буквы, до единой фотографии, до единой запятой. Поэтому спорить надо не с нами, спорить надо с теми, кто жил 100 лет назад и кто здесь был. Поэтому... Очень интересный момент. До появления этой книги, мы даже, до того, как вы о ней узнали, о ней в Николаеве, ну, не было известно, да, предположим, никому. Да. А сегодня мы знаем о том, что авторству этого пресс-секретаря Вальтеру Феста принадлежит не одна монография. Есть ли возможность, что были и другие материалы, посвященные в том числе истории Украины или Николаева? В книге, там, в книге в середине и в конце, он рекламирует последующие книги. И одна из книг, это непосредственно рассказывает о Григорьеве. И называется «Григоревианна» или там «Григорьевцы». Он рекламирует, что в скором времени выйдет эта книга и даже показывает 3 варианта обложки. В книге это есть. Поэтому сейчас наша задача попытаться разыскать, в общем-то, была ли издана эта книга. То есть розыски ведутся. Да, поиски ведутся. Да, розыски ведутся. А если даже эта книга не была издана, то как минимум же есть черновики. Раз человек пишет о том, что она вот-вот выйдет, значит, в каком-то виде уже была собрана эта информация. Но достоверно известно, что есть еще одна книга этого Вальтера Феста. Она рассказывает именно вот о их пути из Николаева в Германию. То есть вот морской путь, потом этот лагерь для военнопленных, возвращение в Германию. Эта книга абсолютно точно, она есть. И мы знаем, где она. Ну, я не знаю, там, есть ли там что-то о Николаеве. В принципе, там, как бы я краевед в чистом смысле, да, меня интересует история Николаева. Но все равно будет интересно посмотреть ту книгу, вдруг там что-то есть и о нашем городе. Ну, в любом случае, да, это, скорее всего, будет упоминаться. Да, но эта книга точно есть, потому что уже как бы там из Германии ребята написали, что вот она в такой-то библиотеке есть. Вот, то есть осталось немножко времени, чтобы подождать, пока они доберутся до нее, там, сосканируют или хотя бы ее там отфотографируют, чтобы понимать, что там происходит. Что ж, замечательно, что такая международная поддержка была для... А земляки же не... Для издания, да. Рожденный в Николаеве человек или живший в Николаеве, он... Юрий, вы сказали о том, что книга будет доступна в виртуальном музее, да, Николаева. Несколько слов хотелось бы, конечно, поговорить и об этом уникальном тоже проекте, потому что виртуальный музей Николаева, что это? Это музей, в котором выкладываются фотографии или сканы документов или предметов, имеющих отношение к истории города. То есть все очень просто. Это на самом деле там сайт, на котором есть статьи, которые я пишу, которые пишут другие авторы, касающиеся истории. Ну а самое главное, там есть вот эти вот артефакты, которых мы не сможем увидеть в больших музеях и в государственных музеях. Потому что я вам скажу, что на самом деле количество людей, которые коллекционируют всякие старые вещи, достаточно много. Но коллекционеры люди очень такие скромные, мягко говоря. И они не готовы выкладывать эти вещи на всеобщее обозрение, да, делать какие-то там выставки в музеях, делать свои какие-то комнаты. Ну, по разным причинам они не хотят этого делать. Но вот так вот иногда мне удается уговорить их дать что-то сфотографировать, отсканировать. И таким образом эти вещи попадают на всеобщее обозрение. Если мы не можем их потрогать, то хотя бы можем их рассмотреть, там всякие пуговички, железячки. И все равно прочесть сопровождающую информацию, конечно, о том, конечно. Может быть, как у определенных вещей есть своя история, она тоже выложена. Бывают истории людей, история вещей, история фотографий. Ну, это разные волшебные вещи. То есть это, в принципе, это даже виртуальный музей быта николаевского. То есть там есть вещи, которые там люди использовали в быту, или сделаны они в Николаеве, или они там тут найдены. Но на самом деле, в наш век, когда оцифровывается буквально все, это очень ценно, и это экономия времени, и доступность информации, да, для каждого, кому это действительно интересно. Конечно. С кем вы сотрудничаете для того, чтобы наполнять свой сайт, свой виртуальный музей информации? Я понимаю, что основа... Не могу назвать этих людей. Ну, может быть, кто-то из историков наших николаевских? Нет, я не с профессионалами я в плане... Нет, я сотрудничаю со всеми, но не в плане наполнения, а наоборот, в плане обмена информацией между собой. Я сотрудничаю с областным, с краеведческим музеем, с нашими
с другими сайтами, которые рассказывают о истории Николаева, и форум «Николаевский базар», форум «Скамейка». Ну, масса людей. Мы обмениваемся друг с другом информацией, но наполняется эта информация из других источников. Потому что мне неинтересно брать то, что есть в музее, и выкладывать. Если оно есть в музее, оно уже есть на сайте музея, люди могут пойти туда это посмотреть. Зачем мне дублировать то, что есть там уже? Поэтому вот это из других источников. Вы говорите, из народных. Сейчас с распространением информации все-таки в соцсетях, например, мы часто можем встретить информацию о виртуальном музее Николаева. Стали как-то люди, может быть, активнее к вам обращаться, какие-то свои артефакты, может быть, сохраненные поколениями в собственных семьях приносить? Конечно. Вот ради этого оно все и пиарится, для того, чтобы люди залезли в свои сундуки, не знаю, на чердаки. Да, там, просто открыли ящик старого стола и посмотрели, нашли там фотографию. Ну, буквально там сегодня. И уже несколько даже статей я написала именно вот на основании того, что люди просто мне позвонили или написали, вот, а вот там вот эту фотографию видел, а у меня есть вот такая вот. Интересно? Конечно, интересно. Сегодня мне дали фотографию, обязательно выйдет там статья, и фотографии расскажу, как в 30-х годах, там, боюсь, сейчас год какой-то, ну, 36-37 такие страшные годы, как в Николаеве группа молодых людей, вот этот «Асавиахим», движение, вот это вот общество содействия авиации, флоту, там, химической этой самой всей этой армии, как люди в противогазах совершили марш из Николаева в Киев. И вот фотографии, вот они идут в противогазах, с флагами, они, значит, таким маршем, ну, такой какой-то вот такой, военизированный, да, такая. Потом их отправили в Цюрюпинск, по-моему, дали им там путевки, чтобы они отдохнули. Я думаю, каждый человек, который хоть раз надевал противогаз, сейчас понимает масштаб вообще события. Масштаб трагедии, 500 километров, то есть, чтобы мы понимали, да. Причем это мне передали дочь и внучка одной из женщин, которая участвовала в этом походе. То есть это из первых рук. То есть это не просто фотографии. Там женщины участвовали. Да, конечно. И вот одна из женщин, вот там еще история про нее. Она там и прыгала с парашютом, у нее там свое там личное ружье ей было подарено. Ну, то есть это пока такой, просто такая груда информации, из которой, вероятно, вырастет и статья, и, ну, во всяком случае, это все останется в таком уже, ну, будем говорить так, виртуальном мире. Как минимум. Юрий, теперь вот вы как человек очень увлеченный и очень много знающий об истории нашего города, об истории нашего края, скажите, в книге Вильгельма Феста вы нашли для себя то, что вы даже не догадывались, какую-то информацию, которая стала для вас действительно открытием, сенсацией? Да, да, я нашел вообще персонажей, которых никто никогда не писал в Николаеве. Персонажи, которые сегодня, конечно, спустя 100 лет, они не менее интересно выглядят, чем персонажи, там, например, Одессы гражданской войны. Если бы в Николаеве вот в это время, 18-19 год, нашелся бы человек, который с талантом Бабеля писал бы о николаевских персонажах, это была бы не менее увлекательная картинка, потому что там некая предводительница банды, анархистка Гися, которая тут в течение 17-го, в конце 17-го года, начало 18-го грабила местных предпринимателей, ее не могла милиция найти. Это все так, тоже так описано, понятно, описано фактически и очень достаточно сухо, но за всем этим стоит вот эта вот такая, ну, вот этот вот весь хаос гражданской войны, характеры, события, вот это вот тяжелое время. Вот этих имен и фамилий, которые там звучат, никто раньше об этом не писал. То есть они, ну, просто некому, может быть, в этот момент было заниматься. Люди были действительно ошарашены происходящими переменами. Там описано, как было в полном, ну, как бы, абсолютно беспомощна была городская власть, городская дума, которая, советы сменили городскую думу, потом опять городская дума сменила советы, и никто не понимал, кому надо подчиняться и кого надо слушать. И вот эти вот вещи, которые сегодня, конечно, выглядят комично немножко, да, спустя 100 лет, тогда это было достаточно, ну... Но мы можем себе представить, да, масштаб происходящего. А мы можем представить, потому что, в принципе, сегодня мы живем в том мире, в очень похожем мире, поэтому, перекладывая какие-то вещи исторические на сегодняшний день, мы, в принципе, можем очень хорошо понять тех людей, которые жили 100 лет назад. И в последние минуты нашего эфира, скажите, не стараетесь ли вы сейчас наладить контакт с немецкими библиотеками, музеями для дальнейшего, может быть, изучения вот этого периода действительно жизни и немецких войск в Николаеве, и
Может быть, для поиска монографий, которые вас интересуют? Ну, к сожалению, нет такой возможности взять командировку, поехать в Германию, ну, жить в библиотеке. Виртуально, может быть, каким-то образом? Да, да, есть сейчас каналы, по которым, вот опять же, через народных депутатов. Эта монография стала еще и толчком для такого международного сотрудничества. Да, да, попытаемся, во всяком случае, найти какую-то информацию. Если найдем, будет замечательно. Если нет, то мне кажется, что уже и эта книга станет каким-то, ну, базисом для новых открытий уже даже внутри. Что ж, мы будем ждать и новых исследований, может быть, на основе этой работы, и дальнейших успешных каких-то проектов действительно в и международном сотрудничестве, и в дальнейшем изучении истории нашего края. Я благодарю вас за участие в нашем эфире и прощаюсь с вами, но надеюсь, что ненадолго, нам всегда будет о чем поговорить в студии телеканала «Николаев». Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із Юрієм Любаровим, краєзнавцем, редактором, а приводом для нашої зустрічі стало видання унікальної книги, яка відображає життя Миколаєва у 18-19 роках минулого століття. Стежте за проєктом «Віртуальний музей Миколаєва», і там ви зможете прочитати цю книгу, якщо вона вас зацікавила. Залишайтеся надалі з телеканалом «Миколаїв», нам завжди є, що вам розповісти, бо ми працюємо з вами і для вас. На все добре.